саженцы смородины «Черный пилот» Ribes nigrum, получены в Белорусском институте плодоводства и приобрели широкую популярность среди садоводов. Сорт относится к сильнорослым, раскидистым и практически прямостоящим. Особого внимания заслуживают плоды пилота, блестящие, округлые, со средним весом около 0,8 грамма, они имеют тонкую кожицу. Главное в них – это вкусовые качества, очень сладкий и приятный вкус, ягоды ароматные с сочной мякотью. После созревания плоды не осыпаются и без труда собираются с кистей смородины. Сорт ценится за такие качества, как самоплодность, урожайность и зимостойкость. Смородина «Черная пилот» – это многолетнее растение. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола смородина «Черная пилот» можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает смородина «Черная пилот» в месяц май-июнь. Цветок окрашен в желто-зеленый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме трехлопастный. Смородина «Черная пилот» имеет средний срок созревания. Обратите внимание, что смородина «Черная пилот» – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.